Ты что, серьезно, Серик, хочешь уволиться, что ли? Да, все, я решил. Поспокойнее хочу работу найти. Это из-за Камилы? Ей не нравится твоя работа, что ли? Да при чем тут Камила? Я сам так решил. О, хочешь, сам так решил. Любым лечи, меня не лечи, а, брат? Да, 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 из-за Камилы. Сам же видишь, никакой личной жизни. Нормально даже, на свидание не могу сходить. Надоело? Значит, она тебе не подходит. Ищи другую. Че в Алмате вот баб полно, тем более с именем Камила, валом имен жизнь. Ты тормоз, да? Вот если ты в этом нифига не понимаешь, просто молчи, хорошо? Умник. Иди работай. Не, серьезно. Ты что за меня переживать-то начал? Просто я привык к тебе, Михалыч. Михалыч. Походу, я вовремя, да, ухожу. Давай, ладно. Кстати, может, подвезешь? 500. Такой гнидой был, такой я остался, понял? Я шучу, 300. Вообще. 100. Хотя бы Сансу купи.